Сыстры здесь проходили пути миграции диких животных. В настоящее время пройти здесь невозможно. Вот видите, значит, это след лося. Животное направлялось по своим путям миграции на кормовой участок. Доходит вот до этой сетки, которая хорош лесной участок. Останавливается, и дальше оно пройти не может. Каким образом, значит, здесь все это дело образовалось, понять никто не может. Кто это сделал, понять никто не может. Впоследствии выяснилось, что это сделано, значит, фирма ООО «Регион Инвест». Вот она, так сказать, лесная дорога, которая была здесь вновь создана. Как она образовалась? Образовалась она таким образом, что здесь попилен древостой. Вы видите, вот они лежат. Бульдозером все это дело снесли в сторону. Вот на этом месте, где мы с вами стоим, вот здесь находились сырорастущие деревья. Я подчеркиваю, внимание, сырорастущие деревья. Далее получается следующее. Его здесь спилили, вот, завалили в эту сторону. Вершины обрезанных древостой, они вот они остались. Это осина лежит, это вот дуб лежит. Вот, вот корни еще от той, от осины лежат. Вот. А здесь вот смотрите, пни, которые, значит, остались, которые были выкорчеваны, и вот они туда бульдозером все стащили. Я, конечно, в шоке, что здесь происходит, какие поставлены заборы. Вот вы видите, что здесь построена вышка, корм насыпан. А здесь рядом озеро, так называемое прорва. А вот кабан, который хочет к озеру пройти. Здесь несколько сот гектар огорожено. Вот это этим участком. Вот. Для чего? Для того, чтобы организовать в дальнейшем вольерную охоту, которая, согласно в будущем принятому закону, будет осуществляться на потеху богатой публики, значит, круглогодично, вне сезона охоты.